Благодаря этим людям состоялся День города в мэрии. Вячеслав Сверчков и Александр Кузьмичев наградили почетными грамотами меценатов и спонсоров, помогавших в организации торжеств. В этом году 97 компаний и организаций собрали более 9 миллионов рублей на проведение праздничных мероприятий. Многие спонсоры участвуют в Дне города на протяжении 5-6 лет. Именно их имена следует вписать в книгу «Золотых меценатов региона», предложил Александр Кузьмичев. Вячеслав Сверчков отметил, праздник год от года набирает обороты и становится все более популярен среди горожан. В этом году было более 200 тысяч человек вышли на улицы и в дневное и вечернее время. И, конечно, мы сегодня видим, что это действительно стал городским праздником. Я думаю, что такие праздники мы будем проводить, безусловно, яркие и дальше.